837 миллионов рублей дополнительно поступило из Федерации в бюджет Нижегородской области. Основная часть денег, 645,5 миллионов рублей, пойдет на завершение строительства станции метро «Стрелка». Сегодня депутаты Комитета по бюджету и налогам регионального законодательного собрания приняли изменения в закон о бюджете Нижегородской области. Оставшиеся деньги планируется направить на развитие паллиативной медицины, приобретение передвижных медицинских комплексов, модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, планируется закупить в лизинг школьные автобусы для муниципальных районов и городских округов. Около 19,5 миллионов рублей дополнительно выделят на благоустройство Нижневолжской набережной. Это федеральные деньги. Они целевые, и мы их здесь просто обязаны отразить как по доходной, так и по расходной части. Нам они целевым образом выделяются, мы их отражаем в доходах бюджета, и мы обязаны именно на эти цели, ни на какие другие, направить и, соответственно, по расходам.